Водитель, будь внимателен, на дороге могут быть дети. С такими лозунгами юные инспекторы, родители и волонтеры совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на улицы города. В рамках акции пройдут рейды и беседы с участниками дорожного движения. С начала 2019 года в Сарове зарегистрировано 11 ДТП с детьми. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В нашем городе идет рост дорожно-транспортного происшествия, в которых у нас страдают дети. Зачастую это дети-пешеходы, также есть и велосипедисты. Данной акции мы хотим привлечь внимание и детей, и их родителей, и также водителей. В летнее время, когда у школьников много свободного времени, они нередко предоставлены сами себе, и риск ДТП с участием детей возрастает. Главная цель акции – рассказать горожанам о проблеме детского дорожного травматизма летом и сократить количество нарушений правил дорожного движения. Актуальные темы, которые поднимут организаторы – автокресло детям, ребенок-велосипедист и ребенок-пешеход. Скажем так, напомнить водителям, напомнить, чтобы были внимательны на дороге. Все-таки дети, в силу возраста не могут они себя адекватно, скажем так, повести так, как может взрослый человек. Детям расскажут о нормах поведения на проезжей части и дворовой территории, а также проведут беседы с водителями, которые нарушают правила перевозки детей и не предоставляют преимущества пешеходам. В своем юном возрасте участница акции Дарья Михеева уже понимает важность проблемы и хочет донести ее до взрослых. Надо знать правила дорожного движения наизусть, надо пристегивать детей. Водителям еще надо быть ответственнее относиться детям на дорогах. Акция «Дорога безопасности» будет проводиться в нашем городе до 14 июля. Сотрудники ГИБДД призывают саровчан как можно раньше знакомить детей с правилами дорожного движения и подавать личный пример. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».